Привет, ребята, я Александр Ф. Скляр. 22 августа, в это воскресенье, на Пушкинской площади мы собираемся устроить такой концерт, который мы хотели бы посвятить защите нашего многострадального Химкинского леса. Химки – это прям вот самое ближайшее Подмосковье. Даже в некотором смысле это уже почти Москва. Это те самые немножко оставшиеся у нас в Подмосковье легкие, которые помогают дышать этому насквозь уже перезаполненному машинами, людьми и прочим разным составляющим этому несчастному мегаполису под названием Москва. И вот этот вот наш клочочек леса, Химкинского леса, тоже собираются безжалостно уничтожить. Я считаю, нужно как-то нам подняться, ребята. Нужно высказать, чтобы они услышали наш голос, что мы хотим, чтобы оставался этот лес. Мы хотим, чтобы Москва стала более зеленой. Мы хотим, чтобы она перестала вот так вот бездумно, бездушно, совершенно потребительски, как-то я бы сказал, даже по-бандитски застраиваться. Ну сколько еще можно вырубать леса и на их месте ставить огромные мегамолы, какие-то гостиницы, какие-то учреждения. В общем, что-то такое, что так или иначе все равно уже не является живым созданием, а является опять мертвым продуктом цивилизации, который нас просто все больше и больше убивает. Давайте придем 22 числа на Пушкинскую площадь, где-то, наверное, в 5 часов вечера. Там соберутся и музыканты, и я уверен, вы придете. Вы все неравнодушные люди. И пусть они услышат наш голос. Может быть. Я все-таки верю, что, может быть, этот голос сумеет прозвучать таким образом, что они прекратят уничтожение нашего Химкинского леса. Потому что уже действительно такое впечатление, что мы все живем в этом уничтожающемся Химкинском лесу. Приходите, ребята.